опыте, как сделать откуп от болезни, которые меня мучают, с уважением, Казахстан. В моей жизни была такая проблема, я тоже очень сильно болел. Однажды я поехал к человеку, который в Индии меня принимал, я об этом рассказывал, и он сказал, сделай себя на 4 года старше. Таким образом, сделав на себя на 4 года старше, может произойти откуп от болезни. То есть, если вы на протяжении 4 лет должны выздороветь, и это препятствует вашему сейчас. Ну, а почему на 4? Дело в том, что больше нельзя. Потому что может измениться тотальная судьба не в лучшую сторону. И вот так это выполняется. То есть человек делает себя старше на 4 года, и при этом может изменить дату рождения и даже изменить фамилию свою, или даже имя изменить. И того человека, которым вы были, его необходимо сделать в виде куколки такой. То есть необходимо сделать куколку, на ней написать свое имя, фамилию, дату рождения, где-нибудь посадить, а свою новую фамилию, имя, отчество или свое новое имя и свой новый год рождения отпраздновать и сказать, теперь я буду на 4 года старше и буду, называйте меня так-то, так-то. Таким образом происходит откуп. Ну, это один из вот таких вариантов. Подробнее об этом я рассказываю в своем вебинаре, семинаре, он платный, называется «Обрядовая магия», двухдневный обучающий мастер-класс. Первые два занятия посвящены обрядовой магии, и вторые два занятия, по-моему, там проведение обрядов в виде мастер-класса. Вот очень советую его приобрести и правильно проводить или заниматься откупом всем остальным.